вами канал «На позитиве» и Ирина, и Виктория. Спасибо вам большое за то, что смотрите нас, за то, что ставите нам лайки, пишите комментарии и за то, что подписываетесь на наш канал. Мы будем стараться еще больше и все время больше что-то вам показывать. Сегодня мы в очень-очень необычном месте для Люблина, в центре споткания культур. Это центр культурных встреч. Здание очень необычное и нестандартное. Это культурное наследие этого города, города Люблин. Идемте его смотреть. Посмотрите на это здание. Оно просто огромное. Мы обнаружили рядом с центром споткания культур вот такой вот бетонный шезлонг. Рядом есть пальма. Здесь есть шезлонг. К сожалению, лето только закончилось, но можно просто полежать и полюбоваться небом. Мы входим в это грандиозное здание, двери открываются сами. Мы здесь ни разу не были, будем смотреть. Здание строилось из стекла и бетона, и создавалось оно более 40 лет. Сейчас мы это все посмотрим. Вам покажем, поделимся общими впечатлениями. Если вы устали от городской суеты, приходите, отдыхайте под шум природы. Диванчики есть. На территории центра есть большое количество кафе, ресторанов и просто различных мест для вашего отдыха. В центре здания висит картина, написанная Яном Матвейком в 1869 году, и посвящена она 300-летию подписания Люблинской унии. Картина очень красивая и историческая. Идем ближе посмотрим.
яркие встречи культур проходят выставки, фестивали, концерты, мероприятия, а также выставки современного искусства, например, художника. Сейчас мы вам покажем картины, которые не совсем соответствуют названию нашего канала на Позитиве, но все же мы их вам представим. Выполнена в стиле модерн и на сегодняшний день является еще незаконченным для того, чтобы будущее поколение могли сделать в него свой вклад. Кто бы мог подумать, что на четвертом этаже такого большого урбанистического культурного центра могут находиться зеленые террасы и необычные, а с пчелами и ульями. Идем смотреть. Мы идем искать пчел. Мы обнаружили, что в центре культуры, споткания культур на четвертом этаже есть кусты домашней малины. Настоящая малина. Посмотрите, дети здесь ее кушают. Там есть спелые ягодки. Но мы оставим их для других. Может, здесь еще растет картошка. Сейчас мы проверим. В центре споткания культур в Люблине на четвертом этаже мы встретили девушечку Машу. И Маша у нас звідки? З України. На скейті. З якого міста? Ніжин. Передаємо привіт. Місту Ніжин. Если вы находитесь в Польше и плохо спите, приезжайте в Люблин. Приходите на четвертый этаж, центр споткания культур. Тут есть хмель. Хмель я последний раз видела лет 10 тому назад. В общем, можно нюхать, пить и спать. Это вон там есть. Сейчас мы с Машей пойдем искать пчел. Маша знает, где они живут. Идем на скейте искать пчел. Тут так красиво, стекло. Внизу. Дальше может подняться. Да. Внизу все видно. Мы бесстрашные. На четвертом этаже идем по сетке. А это не малина. Это шиповник. О. Виноград и шиповник. Смотрите, как технологически все красиво справа. И как по-домашнему слева. Шиповник, виноград, хмель. Обратите внимание, на четвертом этаже в центре есть улики. И из них реально выкачивают мед. А над ними какая красивая груша. А над ними игрушка. Тут еще и крыжовник. В общем, здесь целый огород. Даже сад, вернее, сад. Груши, улики, яблоки, малина, крыжовник. Пошел на концерт, вышел из концерта, из оперы. Зашел на четвертый этаж, вышел, груши, яблоки,
малина, шиповник, щелки, крыжовник. Поел, посмотрел, погулял, пошел домой. А медик в наших пасеках будет не обычный, а липовый. Липовый. Вот улики, а вот липа. И вот липа. И вот липа. Я даже а вот мало. Целая пасека. Ягоды под цвет моей юбки. Не знаю, что за ягоды, но красивые. Когда будете убегать от пчел, которые вас будут догонять после того, где мы были? Тут специально написано, внимание, стекло, можно не заметить при быстром беге. Здесь очень высоко. Главное не смотреть на сетку, смотреть только вверх на небо. На четвертом этаже. А, это маленький кинозал. Наверное, здесь работает вечерами проектор. Штука своеобразная, поэтому без комментариев. Культурному поколению в этом центре спотканий будет над чем работать. В центре спотканий культур так много лестниц, что порой кажется, что ты реально в лабиринте и можешь потеряться в поисках выхода. В Люблине не только люди культурные, в Люблине и пчелы культурные. Мы здесь провели полдня, они вели себя очень хорошо, нас не кусали. В Люблине наступает вечер, и мы приглашаем вас встретить закат на крыше Центра споткания культур в Люблине. Ждем закат!